Tu. Oui, que de la gare. E che c'è? Poi con mio. Come sta vai? Уже утро. Это мэг... Что значит нет? Ты не проголодалась? Так, смотри, стол накрыт. Папа тебя ждет. Давай пойдем. Я не хочу ничего со старшим. Но ведь так нельзя. Я не голодна. Хорошо, ладно, как хочешь. Давай ложись, поспи еще немного. Не встает. Она обиделась на меня. Она права. Что бы ни делала, она права. Погоди еще, Демир, пусть она немного успокоится. Вот и мы вместе пойдем к господину Александру. Чего тебе, Джамаль? Демир, сейчас же вставай и приезжай на участок. Я не могу. Ты должен приехать. Должен, потому что я докажу тебе, что Убур является убийцей твоего отца. Джамаль? Что происходит? Кто этот человек? Это товарищ Ахмед. Он брат нашего маленького Фаика. И близкий друг Угура, с которым он работал в одно время. И, то есть, Ахмеду нужно рассказать тебе кое-что. Тебе нужно выслушать. Давай, рассказывай, брат Ахмед. Рассказывай же. Кажется, тебе мало было, как тебя избивали до утра. В ночь, когда был убит отец Демира. Ты был там? Я был там. Кто еще был там? Зеки и Угур. Что произошло в ту ночь? Рассказывай. Когда мы зашли на склад, охранник поймал нас. Чтобы спастись, мы были вынуждены убить человека. Ладно. Рассказывай же. Кажется, тебе мало было, как тебя избивали до утра. В ночь, когда был убит отец Демира. Ты был там? Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.